За неделю на дорогах Дагестана произошло 24 автоаварии. Об этом сообщают в Госавтоинспекции региона. Более 30 человек в результате ДТП получили ранения различной степени тяжести. Двое из которых – дети. Один ребенок погиб. Наезд на мальчика совершил 23-летний мужчина. Он двигался задним ходом и не убедился в безопасности маневра. Ребенка с различными телесными повреждениями доставили в больницу, но врачи его спасти не успели.